Мне так нравится, когда над этим мне говорят, что мне надо голову проверить, а потом посылают нахуй, но это не вставляют в эфир. А еще я очень угораю, когда девочки открывают свой рот только тогда, когда чувствуют поддержку. Очень обидно, что человек тебе в лицо улыбается, такой, типа, да-да-да, я тебя простила, а потом, типа, такую фигню несет. Как хорошо, что мы смотрим эфиры, но жалко, что только через неделю узнаем, что люди на самом деле говорят. Впредь, если я буду такое видеть, наверное, я больше извиняться не буду и буду проходиться вдоль и поперек по бабам, которые так говорят обо мне. Потому что я никогда не лицемерила. Всегда все говорю по факту, в лицо, на камеры. Никогда не было такого, чтобы я за спиной что-то сказала, а в лицо улыбалась. Покажите мне хоть один такой эфир, где я в лицо улыбаюсь.